Вы маленький человек, я уже взрослый человек, да? Ни один из нас не сможет охватить жизнь в том виде, в каком она есть, не читая. У нас просто не хватит на это времени. Мы очень коротко живем. Для того, чтобы нам объяснить и понять, как устроен мир, мы должны читать Гомера, Платона, с этого начинать, историю Древнего Рима, мифы Стивена Фрая, который написал 3-томный. Читали? Ну, идите. Давайте поаплодируем.